безусловно, с открытием дирекции у нас появляются новые возможности в обслуживании как юридических лиц, так и физических. Для понимания, в области у нас обслуживается порядка 100 тысяч физических лиц и чуть более 2 тысяч юридических лиц. Витебская область, конечно, своим потенциалом при граниче с Российской Федерацией и дальше с вектором на восток, конечно, это интересно. И есть продукты банка, которые являются где-то даже уникальными. Это расчеты с Китаем. Любой инвестиционный проект без участия банков не обходится, поэтому, конечно, мы участвуем и в тендерах у юридических лиц, и, собственно, как любой банк, готовы принять участие в любом инвестиционном проекте. Грейс-период. Это отсрочка там, на первые 3 месяца, практически бесплатно, на целых 0,001%. Ну, а дальше уже все зависит от бюджета физического лица. В нашем городе открылся офис известного банка, банка, который действительно работает. Это бренд. Надо сразу говорить, бренд, которому доверяют, бренд, который знают, бренд банка, который работает не только в нашей стране. Я абсолютно уверен, что десятки и сотни клиентов, частных лиц, которые будут приходить, здесь получат замечательное обслуживание. Ну что, только успехов, успехов в работе, и чтобы вот эта замечательная буква ВТБ банк сияли каждую ночь. Поэтому удачи, успеха, успеха нам всем, нам инвестиций, ну а вам прибыли. И хороших клиентов. Спасибо, пожалуйста. От лица всего коллектива банка ВТБ Беларусь очень рада вас приветствовать сегодня в стенах нашей новой региональной дирекции. Это наша первая региональная дирекция Витебской области. Большое спасибо городу, большое спасибо нашим уважаемым клиентам, которые на протяжении многих лет остаются с нами. Несомненно, мы живем в век высоких цифровых технологий, и все больше сервисов, продуктов мы покупаем, сопровождаем в мобильном телефоне, интернет-банке. Но тем ценнее и более по-достойному оценивается тот финансовый сервис, который можно получить, обратившись в физическое отделение. И мы абсолютно уверены, что такие отделения будут долго еще жить, развиваться, а жители города Витебска будут все чаще выбирать банк ВТБ Беларусь как свой основной надежный банк-партнер. За то, что приняли наше приглашение разделить с нами такое торжественное мероприятие. Хочу поблагодарить областной совет депутатов за хорошие слова, руководство нашего банка за то, что предоставило нам такую возможность развиваться, расти, ну и совершенствоваться в том числе.